Опять у меня увеличение стояло, так что ж я забываю его убирать.
успешно завершено. 1,5 часа, 4 гигабайта файла обработан до 400. Вчера, блин, кучу времени потерял. Ну ничего, главное, что я научился. Какой формат, какие настройки при этом. За 3 часа я обработал 10-часовое видео. Получился гиг, даже 11.43. Получился гиг 21. 12 число, сегодня уже 15 надо. Больше так не тормозить. Вчера комп, блин, очень медленно работал. Около 9 гигабайт, сначала гиг 200. Сейчас скажу точно. 970, сначала гиг 200. Сейчас я поставлю на обработку 17,7 гигабайт, 21,5 часа. Посмотрим, сколько времени. Кстати, надо посмотреть, какое качество вышло все-таки. Куда делся, блин, мой звук? Качество нормальное. Блин, который
первый раз с этим увеличением западло выходит. Ёперный театр. В этом файле тоже. Последний файл 12 числа. Опять увеличение. Сплошная борода, моя рубашка. Ничего, я научусь. У меня на автомате здесь сейчас присутствует. Ну потому что, блин, надо, чтобы это в привычку вошло. Следить за тем, что я делаю. Тогда будет все нормально. А если вот так вот?
9 файлов. Сделал 640 на 480. Это, по-моему, короче, оригинальный формат, но качество 201 мегабайт сделал. Нормально пошла обработка. А что ж вчера блин так долго? Ну потому что холодишное сделал я. Еще вчера, пока температура к вечеру спала, а так было жарко. И сейчас 24 градуса, а вчера было утром 26-25. Ветер прохладный сегодня. Но уже, по крайней мере, в тени 28 градусов. Ой, надо поражайтесь, как я вот этому вот всему отношусь, к этой проге, которая мешает. Просто я очень долго, блин, мучился с этой загрузкой этих 2-гиговых файлов. И очень много загружал. Именно больших 2-гиговых. Это, блин, так долго происходило. На это все столько времени. Да ладно, время, что там поставил, да, и нагрузил. Дело в том, что это все... Все энергия, все ресурсы. Потом это все на внешнем жестком еще хранил резервную копию. Можно было, блин, все уменьшить. Но не знал я, короче говоря, если бы все-таки купил камеру и не догадался про это, за эту прогу, но я сейчас не записывал ничего. Может быть и догадался. Так, ладно.
Я знаю, что некоторые из вас, видя, что я так долго перед монитором компьютера нахожусь, могут подумать, что испорчу зрение уже зря. Во-первых, по поводу монитора. Монитор у меня как бы не древний, не лэповский, в смысле не L, не LT. Электронный луч, не кинескоп, короче. Вот. Он не мерцает, то есть его мерцание не так заметно, вообще не заметно. Больше 50 Гц. Вот, но тем не менее, излучение от него есть. И зрение тоже перенапрягается, но я давно уже читаю книги с монитора, поскольку нет возможности купить нормальные книги. Те, которые есть от своей библиотеки, они не оказывают такого влияния, как те, которые я читаю. Часть из них я прочитал, там буквально несколько книг, хорошие книги, но все равно немножко не то. Вот, дальше. Чтобы уменьшить это вредное влияние, ограничить его, надо читать на таком расстоянии от монитора, чтобы это расстояние было в два раза больше, чем диаметр самого монитора. Ну, примерно, если так вот взять, ну, чуть, может быть, меньше у меня получается. Когда я просто читаю, ничего там не делаю, никакие нагрузки, это удобно. Я не чувствую, что у меня зрение как-то ухудшается. Хотя вот более активно за компьютером я провожу вот это последние только 2 года. Это большая нагрузка на зрение, когда я книг много читаю. Это с перерывами. А сейчас это вообще постоянно, как вы видите. Немножко глаза устают. Я перерывы хоть делаю иногда. Ну, тут осталось-то по сравнению с тем, что прочитал уже. Тем не менее, книг много еще. Действительно много книг, которые хочется прочитать. Зрение можно посадить и играя компьютерные игры, например. А я компьютерные игры не играю, я не геймер. Зрение можно посадить перед телевизором. Это тоже этап пройден. Вот. Ну, по крайней мере, я думаю, это сознательно.
Схожу-ка я, наверное, прогуляюсь за яблоками. Время 14:12. Сейчас я взвешусь. Пока там погода не скурилась опять. В Алтае, хочу сказать, гораздо меньше дождей, точнее меньше интенсивных дождей. Потом вчера весь день капал, а ливня так и не было. Это с камерой в руках. С камерой 75,1. Ладно, 75. Без камеры меряется. Прибудь без камеры. Это будет лучше даже. Фиксируется. 75. В общем, сейчас перекину эти файлы, потом прогуляюсь и продолжу.